Республиканский рыболовный клуб «Агидель» при поддержке группы компаний-спонсоров представляют. Последнюю субботу уходящего календарного лета Тугай вновь, который уже раз встречал любителя летней рыбалки на берегу реки Белой. Здесь Республиканский рыболовный клуб «Агидель» в очередной раз проводил летний фестиваль Fisher02.ru 2017. Олег Янтураев, администратор сайта Fisher02 и он же главный судья соревнований, четко и доходчиво объяснил всем, что, где и как. Ну что, и вперед, на свои места, по зонам. Ну а зоны-то растянулись по берегу где-то километра на два. И вот что-то нынче воды-то поболее, и берег покруче. Отведенный час на подготовку прошел, пора начинать. Ляпис, давай! Как говорится, если рыба есть, она должна есть. Поэтому без прикормки никуда. Не баловала нас погода этим летом, а сегодня прям как под заказ, и солнечно, и тепло. Сам бы с удовольствием посидел на берегу с удочкой, но приходится пока только наблюдать. Ну вот не клюет почему-то пока рыбка. Одни пустые садки. Можно немножко и подремать. Ну а кто не спит, тому везет. Кому-то побольше, а кому-то поменьше. Какая уже? Ну, может, 10.
десятая, не знаю. Ну, вся мелкая. Ну, что-то не идет больше. Что-то не нравится. Вот и на спиннинг попалась зубастая. Ох, и весело же идут дела у детей спортсменов-чемпионов. Кукла-монстр. Это Наталья Николаева. Ну а это Арина Чудова. Капитаном Модо, а по совместительству диджеем, мы с удовольствием прокатились на его лодке «Белянка» вдоль берега с рыбаками, участниками соревнований. На центральной площадке уже разложены призы от многочисленных спонсоров для победителей, которых и определит взвешивание выловленного улова. Yeah.
А вот торжественная часть. Кто рыбу ловил, тот призы, подарки получил. А в завершении была еще и лотерея для зарегистрированных участников с большим количеством выигрышей. В общем, как всегда, праздник выдался на славу. Браво, Агидель!